Ребята, всем привет! Сегодня я поиграю со своей кошкой в Slither.io. Вот, а я... А кошка уходит. Ну ладно, все равно ее голос будет, будет, да, все будет. Окей, ребятки, play online. Может, если вы хотите посмотреть вот эту вот, вот она пришла. Если вы хотите посмотреть видео, как добыть вот эту вот шапочку, да и другие шапочки, то вы должны поставить лайки. Ребятки, подпишитесь на мой канал, потому что тут выходят ролики очень часто. Я пытаюсь как можно больше роликов выкладывать именно для вас. Просто они ежесекунда выходят. Ну, бывает, что так не быстро. Ну... Я все равно пытаюсь как-то задержать. Ну, в принципе, пытаюсь вот 6 роликов в день списывать хотя бы. 6 роликов в день я минимум, по-моему, записываю. Что за огромный шар? Понимаю, так... Я не знаю, ребята, где я. Потому что у меня нет ника, нужно будет себе сделать. Угу. Я с тобой гонюсь, я просто... Она у нее такая же скорость, как и у меня. Что ты убегаешь? Кранклин ее сразу поймал. Я хотел просто выжить, ребят. Мне помешать. Ребятки, продолжим играть в Slither.io. Говорите, какое вам качество видео нравится лучше. Ребят, давайте продолжим играть. В принципе, вот play online. Все, давайте, ребятки. Да, нужно мне ник здесь, ребятки. Напишите в комментариях, сделай ник. Я его сделаю. И больше я выполняю ваши просьбы. Мне писали. У меня есть такие спавнеры-подписчики. Да они даже не подписываются. Они пишут. Ярик, ля какая красота. И все. И уходят. И больше ничего не надо, ребят. Понимаете, вот они просто пишут. Ярик, ля какая красота. И все. Только один подписался и все. Но я просматриваю их ролики. Мне пишут, посмотри, я просматриваю. У нас тут кошка пришла. Давайте за 5 лайков я вам скажу ее название в ролике. Если он наберется у нас лайки. Да, лайки у нас наберутся. Я скажу вам ее название. Как ее зовут? Давайте, ребят. Вы, наверное, сильно удивитесь. Ребят, давайте просто вот так будем собирать. Все вот так вот будем просто выгребать. О нет, я не видел ничего, Нита. Я сказал вам ее название. Ладно, ее реально зовут Нита. Вы можете не удивляться. Реально ее зовут Нита из Brawl Stars. А нет, коды только за 10 лайков. Шо, погнали? Да она даже такая огромная. Еще даже и достает, да. Так, ребята, давайте будем пытаться выигрывать БГ. Квик. Нам нужно, ребята, вообще выиграть просто. Максимально пытаться. О, да!
Омай! Омай, омай! Омай, да как? Да... Все, это просто... Все, ребятки, давайте продолжим играть. Я не знаю, куда... Ой, куда нажал? Какая-то кема. Почему тут так... Как-то... Все так... Управляется. Что за деп? Ник деп. Почему они все такие слабенькие? Никто ни на кого не нападает. Все, вы это видите? Они ко мне не бегут. Еще какой-то прикольный сервер я нашел. Кто друг друга не хочет убивать? Я буду, ребят, просто опасаться их. Все, окей, ребята. Мне зашел столько король, я не знаю, что ему нужно. Он сказал, просто я видео снимаю и все. А лучше на ботов похоже. Ну, тут не она. Не-то. Да блин, ребята! Окей, ребят, давайте. Play again. Вот это уже. Нет, тут уже без ника, тут уже все, тут уже не боты. Мне кажется, я просто к ботам зашел. Ребята. Что за фигня? Эй, синяя! Что? What the fuck? Окей, ребятки, давайте продолжим эту игру. О, ой, как сложно. Ой, они все меня пытаются убить. Уи. Да блин, да как? Окей, ребятки, все, я наконец-то я напишу себе никнейм. Акуленок. Мне ваши буквы не делать. Да как? Так. Я. Не та. Так, тихо. Я. Вот так. Плау. Ярик. Плау. Хочу управление местами поменять. Акуленок, я туруруру, я малыш. Ты у меня украл синий. Он у меня украл мои банки. Это были мои банки. Все, этот синий. Ты проклят. Все, я к тебе буду просто приставать. Да как я в чью-то жопу врезался? И, ребят, давайте продолжим. Вот, я вижу какого-то трупака. Ай-яй-яй, фу. Ой-ой-ой-ой-ой. Дзя-дзя-дзя-дзя-дзя-дзя-дзя. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-яй-яй-яй-яй. Ребят, я сейчас его убью. Окей, нам нужно вот так вот сделать. Иди сюда, Тацо. Тацо, иди сюда. Ты голубенький. Тацо, ту-ту-ту-ту-ту. Давайте, ребят, продолжим эту игру. Сюда. Так, о, Швейцария! Швейцария, иди сюда! Как надо? Ой, куда я запал? Офигеть!
Ну окей, ребят, давайте еще моего давайте этого радужного собьем. Там гипноз. Это что? Италия. Что это? Да, ребята, это... В прошлой игре у нас такая вот ульта. Она работает только на маленьких. Я тут босс маленьких. Ну и на таких вот средненьких. Нет, тихо! Это офигеть, ребятки, сколько я размера потерял. Что происходит? Тихо, надо быть аккуратно. А, ребята. Просто вокруг ходит и не понимает. Так, мне сразу он не нравится. Он что-то так долго живет. Так, давайте, ребят. Вот этого. Где король? Да, мяу-мяу. Давай Юсика найдем. Брюсика. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Это какой-то очень огромный ник. Да блин! Давайте, ребятки, дальше. Вот так. Опа, тихо-тихо-тихо. Ой, ну что произошло? Циклоп. Икс. Мне, в принципе, не нравится как. Окей, ребят, давайте продолжим. О, ребят, yes, nice. Они все ко мне лезут. Маленький. Пухлички. Дубак. Ну что ты будешь делать? Повтори движения мои, но только медленней. Все, ребят. Ребят, вот про чего я говорил. Больших это вообще не срабатывает. Потому что они просто делают вот так, а маленькие они не могут в себя. Ребята! Офигеть. Кого я просто украл? Кого я просто нашел? Это мой лут, пацаны. Пацаны, вы в курсе? Вы в курсе, что я лучше вас играю? Бум. Бум. Мышечка. Ай, опасно. Так, ребятки, давайте кого-то сейчас закрутим. В петлю. Yes, ребята, справились. Теперь нужно просто крутиться. Все, ребят, это я просто чемпион. Просто, ребят, чемпион этого Агр-Ио. Ой-ой-ой. Все, ребят, просто чемпион Агр-Ио. Все. А где я? Я даже не в топе. Моего ника тут нету. Офигеть. Да что? Я же был чемпионом. Ай, да ладно вас. Ребят, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Вы были на моем канале. Всем пока-пока. Это просто было невыносимое кота. Всем пока-пока. Кстати, не забывайте подписаться. Просто. Мне это так расстроит.
просмотров 117, а подписок 26. Даже вот посмотрите, ну посмотрите. Говори, что ты вот не подписываешься? Хватит на меня, хватит не подписываться. Все, подписывайся. Быстро, быстро подписывайся. Всем пока-пока.